Арсений Иванович, вы вообще понимаете, как вы здесь оказались? Нет. А вы раньше замечали у себя склонность к насилию? Нет, я агрессивен. В последнее время очень. Но я, знаешь, стал черствым. А вы не задумывались, с чем это может быть связано? Не понимаю. Я больше злюсь, конечно, в последнее время, чем испытываю какую-то любовь и дружеские чувства к людям.